Здравствуйте, мои дорогие подписчицы и гости моего канала. Здравствуйте, все женщины 40, 50 и до бесконечности, которые любят быть стильными, независимо от возраста, следят за своей внешностью и остаются внутри себя всегда молодой. Очень рада вас видеть на моем канале. Я думаю, что если вы в первый раз заглянули, вы на нем задержитесь, вам понравится. Ну, мне, во всяком случае, так бы очень хотелось. Сегодняшнее видео будет, наверное, интересно. Как и всегда, все мои видео посвящены женщинам 50+, стильным женщинам. И это видео в очередной раз из Испании. На моем канале уже несколько видео об испанских красавицах, ярких красавицах 50+, чьи стили вы можете для себя посмотреть и, возможно, что-то подобрать. Все же зависит от фигуры, от комплекции, ну и, конечно, от нашего вкуса. Как всегда, предлагаю вам присесть поудобнее, налить себе чашечку кофе или чая, отключиться всеми мыслями от всех своих забот, хлопот, которые вас окружают, и окунуться просто в яркие краски и в стильные образы. А заодно и пообсуждаем, и обсудим как положительные, так и отрицательные образы. Сегодня я скажу все. Итак, нашу сегодняшнюю героиню зовут Мирен, и проживает она в Испании. Конечно, этим очень много сказано, потому что Испания у нас солнечная страна, яркая страна и к тому же жаркая страна, где практически не бывает снега. И все образы, которые вы увидите в этом видео, для испанского климата считаются зимними. Это не значит, что это наша зима, но во всяком случае это может быть вполне наша осень или весна. Поэтому смотрим внимательно и выбираем для себя тот образ, который нам понравится. Что, например, вы скажете по поводу следующего образа? Этот комплект состоит из кардигана, длинной юбки в пол и очень симпатичного джемпера. Все это в темно-коричнево-розовых тонах. Ну, будем говорить так, мороженая малина с темным шоколадом. На мой взгляд, очень вкусное сочетание. Красиво, правильно? И не просто красиво, а достойно смотрится для женщин 50+, это сочетание. Но не об этом я хочу вам сказать, а о том, что девочки, рукодельницы, посмотрите внимательно, кардиганчик-то у нас пэчворк, и юбочка-то у нас в этом же стиле, как бы продолжение кардиганчика. Как вам? В общем, берите идейку и складывайте в сундучок, возможно, пригодится. Я вам до этого сказала, что мы с вами обсудим те, которые нравятся образы, ну и, конечно, те, которые не нравятся. Так вот, тот образ, который вы сейчас увидите, он мне не просто не понравился, он меня ввел в немой шок. Я вообще не поняла этот образ. Я бы его назвала «Пустите Дуньку в Европу». Не в обиду никому будет сказано. Это только мое мнение. Вы пишите свое мнение, я вам высказываю свое. Во всех остальных образах Мирен выглядит намного моложе, чем в этом. Этот же образ ей прибавил лет 30 как минимум. Это несуразная клетчатая юбка, годов это к 17-х, революционная какая-то с оборочкой внизу. К ней же жакет клетчатый, но немножко уже прибавлено красного цвета. Совершенно не гармонирующая, на мой взгляд, яркая цветная блузка вниз одета. Возможно, однотонная смотрелась бы совершенно по-другому. Сверху еще клетчатым шарфом это все размазано. А вишенка на торте
Это вот этот вот старый, какой-то облезлый воротник лисы, который, наверное, достался по наследству от прабабушки и пролежал все это время в сундуке. Ну что, убедились, девочки, что независимо от возраста и внешности мы сами себя одеваем, можем выглядеть по-разному. И вот, например, все та же Мирен. Посмотрите, как стильно и молодо она выглядит в этом образе. С кепочкой, с сапожками, в стиле спортивный кэжуал, в бежево-синих тонах. Прекрасный образ. Ну и здесь, как вы видите, Мирен выглядит лет на 35, ну максимум 40. А сейчас вы увидите два платья в пол, связанные любимым способом крючкотворцев бабушкиным квадратом. Потому что такие вещи вяжутся крючком и состоят из маленьких квадратиков, как вы все знаете. В последнее время мне очень стали нравиться вязаные трикотажные костюмы. Они такие удобные, они такие комфортные, в них так тепло находиться зимой. И я заметила, что они сейчас очень популярны. Брючки и жакетики, разные варианты. Здесь вам представлен один из таких. Мне кажется, на мой взгляд, вот этот очень симпатичный образ, пальтишко или полупальтишко, гусиная лапка, брючки, отделанные в клеточку немножко. Ну и дополняет весь этот комплект, конечно, беретик. Получился в целом прекрасный, стильный образ. Пишите ваше мнение. В теплых странах, я это уже заметила, очень часто в качестве уличной одежды носят вязаные толстые изделия. У них там немного дождей, в отличие от средней полосы России, поэтому они могут себе позволить такую удобную, теплую, красивую одежду. Обратите ваше внимание на этот бесподобный белоснежный комплект, состоящий из вязаного свитера, из вязаного пальто и вязаной белой шапочки. Ну а этот, девчонки, комплект, я думаю, не оставит никого равнодушным. Ни тех, кто любит вязать, потому что он полностью связанный, и брюки, и длинная понча, ни бахинь, которых у меня на канале очень много, ни тех, кто стильные. Мне кажется, очень хороший комплект, очень классное сочетание ниток, подобранных по цвету между собой, не яркое, спокойное, для женщины за 50 прекрасно. И смотрится очень стильно. Согласитесь со мной. В общем, в комментариях буду ждать вашего мнения по этому поводу. Ну а для любительниц вязания это новые идейки, которые им обязательно пригодятся. Ну а если в предыдущем образе вам не хватило красок и геометрии, вот вам идейка вязаного пальто. Вы можете его связать с геометрическим рисунком. Продолжаем нашу вязальную тему. Ну уж больно много у Мирен вязальных таких очень интересных образов, которые мне понравились и с которыми хочу познакомить вас я. Потому что я знаю, что многие любят вязать. Посмотрите, какой интересный, очень, я бы сказала, жизнерадостной расцветки образ, составленный Мирен, в который входит из толстых ниток связанная, а может быть даже сваленная безрукавка, как вы видите, оверсайз. Я бы для себя тут, конечно, сменила обязательно
туфельки такие с острым носиком на ботинки на толстой подошве и, скорее всего, и брюки другие бы поменяла. Но это вот мое такое видение. Зато оранжевая вязаная сумочка здесь очень кстати и очень здорово дополняет эту безрукавку. Следующий вязаный комплект, который мне очень понравился, состоит из кардигана с расширенным рукавом. Очень интересные расцветки, который связан-сшит в стиле пэтчворк. Здесь перекликаются и вязаные квадраты, а в большей степени прямоугольники, и ткани, и свитера с кистями. Как вам такой вариант? Мне кажется, очень красиво. И дополняет весь этот красивый образ бусы, которые частично связаны, обвязаны. Я так полагаю, что, наверное, дерево, а может даже пластик и нитки. Шелковые, как вы видите, каждый может сделать при желании. Ну что, не устали смотреть образы от Мирен? Ну тогда возвращаемся в Испанию, в теплую жаркую Испанию и смотрим осенние, а вернее сказать, зимние образы. Итак, все тот же свитер с кистями, который вы уже смогли видеть в одном из образов, и накидка, которую, как мне кажется, можно шить из какой-то своей старой куртки или такого же пальто. А вот этот вот небесно-голубой образ в сочетании со светло-бежевыми брюками, голубой шляпой с полями и унтами вернул меня мысленно в прошлое, потому что именно такие унты из нерпы носила я по молодости на Крайнем Севере. Я по распределению туда попала и прожила там 3 года. И вот эти унты напомнили мне то время. А вот еще один костюмчик, который будет интересен девочкам, которые вяжут, состоящий из вязаных брюк и свитера. Обратите внимание, возможно, этот вариант костюма вам понравится и вы свяжете. Девочки, обратили внимание на головные уборы, которые используют в своих образах Мирен зимой? Это в большинстве случаев кепки теплые, если это спортивный образ, а также береты и шляпы. Шляпы пореже, но если это романтический стиль, то применяются и шляпы. И надо сказать, что все перечисленные головные уборы ей идут, согласитесь. А в этом сочном ярком образе мне очень понравилось сочетание зелени с оранжевым цветом. В данном случае это зеленое длинное платье и яркий палантин. Очень красивый, который подходит не только к зеленому по цвету. А в этом образе мне понравилось, как можно омолодить, освежить и самое главное сделать стильным давно забытые вещи. Вот обратите внимание, как можно сочетать нюдовых тонов сапожки с беретиком с кофточкой прежних лет, кофточкой с ромбиками. Помните, такие кофточки их носили? Они когда-то давно еще были модные, и вот теперь мода циклично вернулась к нам. Как видите, смотрится очень стильно.
Девочки, а как вам вот такой шикарный образ? В данном случае Мирен использовала в этом очень красивом молочно-кремового цвета образе платье на бретельках, изюминкой которого является, конечно же, вот эта длиннющая в пол бахрома в виде штор, точно такого же цвета кардиган и, конечно, такого же цвета ботинки на толстой сплошной подошве. Я намеренно не называю их гриндерсами или каким-то еще иностранным словом, а по старинке называю ботинки на сплошной подошве толстой. Ну, во-первых, потому что их очень много видов и подвидов, и в них можно запутаться, какие есть, что для чего. А так всем сразу ясно и понятно по старинке, что это на толстой сплошной подошве ботинки. И все, точка. Вот и получился очень стильный, современный, неповторимый образ. Но мы его постараемся повторить. И несмотря на то, что здесь Мирен использовала платье на бретельках в виде цепочек, мы могли бы ее образ, слегка видоизменив, приспособить к себе, как мне кажется. И не обязательно это будет платье на бретельках. Мне кажется, также можно связать и джемперочек, и безрукавку, и что угодно, и использовать в своих образах. Например, туника с такой же длинной бахромой будет здорово смотреться с брюками в комплекте с кардиганом. Очень мне понравилось. Пишите ваше мнение, с удовольствием почитаю. А вот еще пример, как использовать старого формата кофточку с ромбиками вместе с платьем, пальто и шляпой. Грамотное сочетание цветов голубого с зеленым и ничего лишнего не добавлено, создает в целом очень стильный образ, на мой взгляд. Я надеюсь, девочки, что вам понравилось сегодняшнее видео. Вы что-нибудь для себя смогли найти интересненькое и обязательно куда-нибудь, когда-нибудь примените в своем образе. Ну, во всяком случае, мне бы этого очень хотелось. Если вы попали на мой канал впервые, если вам понравилось, то не забудьте, пожалуйста, подписаться и нажать на колокольчик. Иначе вы просто не будете видеть новых видео, вам не будут приходить уведомления. Если вы не подписаны, подписывайтесь, нажимайте пальчик, пожалуйста, для вас это ничего не стоит, а мне будет приятно. У меня очень сильно просел канал за это время, потому что я им не занималась. Ну, каюсь, забросила. Но что делать, семья дороже. Иногда приходится выбирать. Видео у меня занимает очень много времени, если не все. Поэтому я выбираю, что мне важнее, все или семья. Я выбрала семью. Все свое свободное время я посвятила именно семье. Для меня это сейчас очень важно. Поэтому, если вы неравнодушны к моему каналу, пожалуйста, пишите ваши комментарии, пожалуйста, делитесь в соцсетях и, пожалуйста, комментируйте, потому что это все-таки дает продвижение как-то каналу. Мне хочется его немножечко обратно вернуть в то состояние, которое оно было до моего отпуска. Видео я буду выпускать, потому что это меня отвлекает от действительности и помогает мне выжить в трудную минуту. Будьте все здоровы, берегите себя и своих близких. Пусть у вас будет все-все хорошо. И давайте надеяться на лучшее. А что остается делать?